Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Тостер, и сегодня я хотел бы вам представить новый продукт от студии Idiotsome Free, игра Idiotsome Free, игра. Собственно, это является Steam аппликацией, является модом Half-Life 2, собственно, давайте посмотрим. Только грузится немножко долговато. Собственно, загрузочная загрузка. Собственно, эта игра символизирует большой прорыв в творчестве студии Idiotsome Free, потому что до этого момента мы выпускали только короткометражные скетчи. Но вот с Петей мы тут сели, побухали и сделали игру, собственно. Вот настройки, я играю на легком уровне сложности, потому что на трудном эта игра просто не знаю для каких хардкор-крабов. Я надеюсь, ее только сможет пройти наш друг Адуан. Собственно, ну давайте приступим к тесту игры. Новая игра. Что за хуйня? Что за хуйня? Что за хуйня? Блять, да ёбаный в рот, да что такое, блять, всегда так, сука, даже игру не можем написать, блять, меня это бесит, пиздец, сука, блять!